Политическим новостям. Сегодня в Пермском крае последний день приема документов на регистрацию кандидатов в предстоящих выборах 18 сентября. На момент написания материала в Краевой избирательной комиссии по Кунгурскому округу номер 60 подали заявление 11 кандидатов в депутаты Государственной Думы. Из них только трое имеют отметку о регистрации и дальнейшем участии в выборах. Это пермяк Гребенюк Владимир Алексеевич, житель Волгограда Зубов Евгений Владиславович и москвич Созинов Александр Васильевич. В числе кандидатов в ЗАГС Собрание Пермского края в дальнейшей предвыборной борьбе уже могут принять участие три кандидата. Это Сергей Александрович Рынков, Олег Викторович Смоляков и Сергей Витальевич Клепцин. Еще два кандидата находятся в процессе сбора подписей электората. Напомним, это Алистратов Владимир Николаевич и Мейлус Олег Язисович. Один кандидат отозвал свою кандидатуру на участие, и одному кандидату было отказано в регистрации, сообщает территориальная избирательная комиссия в Кунгуре. После проверки всех предоставленных документов, финальный список кандидатов на выборы в законодательное собрание и Государственную Думу станет известен не позднее 14 августа.